преимуществам обучения в военном вузе относятся не только бесплатное получение высшего образования, но и полное довольствие. За счет государства курсантам предоставляется питание, медицинское обслуживание, проживание и форма. Также получение водительского удостоверения категории «Б» и «С» и ежемесячное денежное довольствие. Кроме военной специальности, курсанты получают дополнительный профиль – это программист, математик, юрист и инженер. Учебный процесс в военном вузе сильно отличается от гражданских учебных заведений. В основном это касается некоего ограничения свободы курсантов. Их ждет жесткая дисциплина, проживание в казарме и тяжелые физические нагрузки. Помимо лекций и практических занятий, они проходят строевую, огневую и тактическую подготовку. Курсанты редко встречаются с родными только в установленное время, а за нарушение устава – взыскание. По окончании вуза курсант обязан отработать в военной сфере по распределению не менее 5 лет.